Большущий всем привет! Вы на канале Верьемина и меня зовут Тоня. Сегодня я подготовила для вас бомбическую тренировку на все тело, которая поможет всего лишь за 15 минут в день отлично так похудеть. Я рекомендую делать эту тренировку в течение одного месяца, и уже после первой недели занятий вы увидите результат. Обязательно пишите в комментариях, в какой части тела вы бы хотели похудеть, так ее немножко приукрасить. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. А если вы серьезно хотите похудеть, проработать все тело и действительно начать себе нравиться, я приглашаю вас в мой марафон похудения, который стартует 20 сентября. Там вас ждут много видеотренировок вместе со мной с пояснением техники, программа питания из недорогих продуктов, бесконечная поддержка от меня лично в чате, в Телеграме и, конечно же, денежные призы и антицеллюлитный комплекс. Переходите по ссылке в описании и успевайте занять свое местечко. У нас очень дружный и веселый коллектив. Ну что, красавицы и красавцы, готовы сжечь жирок? Включаю таймер. Первое упражнение – прыжки с солнышком и скручивание. Солнышко. Раз, два. Напрягаем пресс. И готовимся сегодня сжечь очень много калорий. Для первой тренировки можно сделать только один круг этой тренировки. Но когда вы будете регулярно заниматься, вы будете чувствовать, что вы стали сильнее, вы окрепли, и вам уже мало. Поэтому можно делать 2 или 3 круга этой тренировки, либо выбирать любую другую на моем канале. Супер! Следующее упражнение – это выпады назад и махи вперед. Готовы? Итак, выпад назад, мах вперед и мах в бок. Отводим ногу в сторону. Назад, вперед, в бок. Поясница у нас остается неподвижной. Видно в зеркале, что я отвожу ногу в сторону. Отлично. Супер! Молодцы! Ну что, уже чуть-чуть так вспотели, да? Капельку совсем. Поворачиваемся в другую сторону и будем делать то же самое в другую сторону. Делаем выпад. Вперед и в бок. Назад. Вперед. В бок. Супер! Сейчас мы с вами прорабатываем наши бедра. Делаем их красивыми. Убираем целлюлит и делаем ножки очень-очень гладкими и привлекательными. Супер! Какие вы молодцы! Следующее упражнение – это бёрпи шагом. Давненько я не делала бёрпи. Попробуем, да, вместе с вами? Опускаемся вниз, шагаем назад, вперед, подъем на носочки, вниз, вперед, носочки. Стараемся делать это не медленно, а в таком бодром, хорошем темпе. Молодцы! С легкостью справляетесь пока. Следующее упражнение – это приседания и скручивание. Итак, приседаем, поворот. Приседаем, поворот. Напрягаем наши косые мышцы живота. Чувствуем, как они работают. Чтобы это почувствовать, нам очень важно мозгом напрягать эти мышцы, потому что мышцы работают на связи с мозгом. Мозг отдает все главные команды нашим мышцам. Делаем активно. Отлично. Следующее упражнение – это квадрат. Готовы? Вперед, вперед, назад, назад. Вперед, вперед, назад, назад.
стараемся, опять же, делать это энергично, чтобы сжечь как можно больше калорий. Опускаемся на носочек, потому что носочек амортизирует наше колено и защищает сустав от повреждения. Супер! Следующее упражнение – это планка плюс приседания плюс подъем. Вернулись наши любимые планки. Итак, опускаемся в планку, приседания, подъем. То же самое в обратном порядке. Поднимаем наше тело из приседа ягодицами. Супер! Еще. Чем ближе вы поставите ноги, вот так, тем легче вам будет подняться. Супер! Молодцы! Ну что за умница, а? Горжусь! Следующее упражнение – это бег на месте. Продолжаем двигаться активно, чтобы сжигать калории. Побежали. Бежим, бежим. На носочках для лучшей амортизации. Бежим как можно быстрее. Немножко бежим. Молодцы. Далее мы с вами опускаемся на пол, будем делать велосипед. Садимся, будем скручиваться. В одну сторону по диагонали, в другую, в одну, в другую. В это время мы с вами напрягаем пресс. Обязательно. Без этого ничего не получится. Какие молодцы! Следующее упражнение – это боковые скручивания стоя. Встаем, руки вверх, выполняем скручивание на одну сторону. Выполняем как можно более активно, опять же, чтобы сжечь больше калорий. Чем активнее двигаемся, тем больше калорий горит. Не останавливаемся, как будто у нас внутри есть моторчик, который просто не может остановиться. Даже когда тяжело, когда нога уже не поднимается, мы все равно продолжаем, потому что внутри нас есть моторчик. Супер! Далее то же самое на другую сторону. Руки вверх. Поехали! Выдох на усилие, то есть на скручивание во всех упражнениях, так. Быстрее. Ну-ка, не отстаем. Быстрее, быстрее. Супер! И сейчас, когда наши ноги хотят выйти из чата, мы делаем контрольный выстрел по ним. С вами будем выполнять приседания с прыжками. Приседания, носочки, приседания, прыжок. Носочки, прыжок. Супер, делаем. Выталкиваем себя чисто ногами. Спина у нас нам не помогает. Так, я понимаю, что ноги уже отказывают, но у нас 2 секунды.
Супер! Умница, если вы все еще здесь, горжусь неимоверно вами. Далее мы с вами садимся, будем выполнять русский твист в одну сторону, в другую. Напрягаем наши мышцы живота и не забываем дышать. Чем ниже мы с вами опустимся, тем больше напряжения. Еще делаем. Все. Супер. Встаем. Фу, молодцы. Будем выполнять плие и скручивание. Ноги шире плеч, носки врозь. Опускаемся в плие. Раз скручивание, два скручивания. Вверх. Раз, два. Отлично. Держим себя ягодицами. Они у нас в этом упражнении просто отлично работают. Плюс работает пресс. Когда тяжело, делаем выдох. Молодцы! Супер! Следующее упражнение – это наклоны вниз на прямой ноге. И скручивание. Итак, наклоняемся вниз на прямой ноге. Другая нога тоже прямая, поясница прямая. Вверх. Скручивание. Наклон. Скручивание. Это упражнение прекрасно тренирует наш вестибулярный аппарат. У многих не получится это упражнение сейчас, но вы просто делайте. Делайте со стулом, делайте как можете. И очень быстро ваше тело привыкнет, и вам понравится это чувство. Супер! Теперь то же самое на другую сторону. Вообще, хороший вестибулярный аппарат – это очень нужная штука по жизни. Итак, на другую сторону. Наклоняемся, нога прямая. Скручиваемся. Тут у нас работают ягодицы, задняя поверхность бедра. А здесь мышцы пресса. Вдох. Выдох. Молодцы. Если пошатывает, ничего страшного. Если вы уже просто делаете, пытаетесь что-то сделать, это уже заслуживает похвалы. Отлично. Закончили. Переходим к следующему упражнению, это диагональные скручивания. Ложимся на пол. Одну ногу на другую, руки за голову. Выполняем скручивание. Поясницу от пола не отрываем. Скорее мы с вами просто поднимаем и опускаем ногу. Ну-ка еще чуть-чуть. Кто это там подумал? Опустить ноги, чтобы я такого не слышала. Супер. Далее другую ногу. Меняем ногу, кладем другую сверху. Выполняем то же самое на другую сторону. Поехали. Следим за поясницей, не отрываем ее от пола. А вы что думали, будет легко, да? Только есть булочки легко. А работать над собой уже не так легко. Ну давайте еще чуть-чуть. Супер! Ой, горит. Фу, ставьте лайк, если горит. Ужасно горит. Отлично, далее мы с вами встаем. Немножко побегаем. Упражнение квадрат. Мы с вами его уже делали. Дадим немножко отдохнуть нашим мышцам пресса. Убойное упражнение, согласна. Если выполнять его правильно, действительно не отрывать поясницу от пола. Потому что, когда мы отрываем поясницу, она берет на себя нагрузку.
мы же с вами пресс качаем, а не поясницу, правильно? Супер! У нас последнее упражнение, это кардио-упражнение. Солнышко и скручивание. Мы его тоже делали в начале. Не обязательно до посинения качать пресс, чтобы его увидеть. Вы не переживайте, что мы так мало покачали пресс. Мы покачали его достаточно. Этого нам вполне хватит. Потому что мышцы пресса участвуют не только в скручиваниях, но, например, и в приседаниях, и в выпадах, и в любых других упражнениях. Если я слишком много болтаю, просто напишите об этом в комментариях, я больше так не буду. Супер! У-ху! Похлопаем себе! У-ху! Ну что, вот мы с вами сделали первый круг нашей крутой тренировки. Выполняйте ее через день в течение месяца. Как я уже говорила, через первую неделю вы увидите результат. Если будете питаться с дефицитом калорий, как его сделать, есть в описании под видео, там есть программа питания. А мы встретимся с вами в следующих роликах. Пишите свои результаты в комментариях и пока!